МЛС, всем привет, всем хорошего дня. Сегодня, конечно, погода просто последний день этой зимы грёбаной. Надеюсь. Завтра, короче, я уже мотоцикл забираю, я вот хотел сказать. Вчера я на Степином проехал, ну, еще было. И посмотрел по погоде, что сегодня последний вот этот трэш. А потом, соответственно, наступит нормальная погода, я забираю у Кати, я везу его в ангар, мы снимаем с него крылья, винглеты, для того, чтобы сделать их карбоновыми. Я, естественно, не мог, блядь, просто так купить мотоцикл, я его сразу же нахрен затюнингую здесь. Ну, почти, поэтому будет он классный. А, кстати, хотел порадовать всех своих подписчиков. Как видите, я наконец-то послушал вас, и то, что вот там, получается, вот Xiaomi себе взял, видите, там ведь матрица вот там лучшего. Ну, в общем, вот я наконец на андроиде, ребят, я рад вам сообщить, вот, собственно. Да, значит, что еще хотел сказать, мы на съемке в Мустаке, Андрюха, как видите, четко видно его, да. Стой, вот покажи, вообще-то камера, блядь, лучше, чем в айфоне. Сколько пальцев показывает Андрей? Покажи, сколько пальцев. Сколько пальцев, кто угадает, получит отвертку от Андрея. Да. Ну, Андрюх, там он бегнет. Короче, ладно, поэтому отвертка остается у тебя. Давай, не вот. Поэтому мы, значит, на съемке в Мостаке. Ну и, в общем, все, что. Что-то я хотел сейчас сказать. А еще будет тур видос классный. Да, во, кстати. Тизер сегодня будет? Завтра. Завтра будет тизер, а в понедельник будет видео. Я его видел, оно лютое. Значит, наконец-то взялся я, вот сейчас показываю, да, прошивочку, смотрите, как это делается. Оп, наконец-то нормальный старт. Превратился. Итак, поехали. Да, свежевыкрашенное мое. В общем, ладно, разгружаем и дальше больше. Короче, ребят, такое дело, в общем, пользовался своим Xiaomi. Реально хорошо работал, да, все эти 4 часа, он потом, блин, там, что-то я... Получается, я открыл одно приложение и начал, представьте, его текст печатать в WhatsApp, ну и все, лег мой Xiaomi, поэтому Xiaomi. Я его выкинул и, значит, снова свой взял iPhone, поэтому, простите, будут эти вот ужасные сторис на iPhone. Вечно, кстати, вопрос, Xiaomi или Xiaomi? Нет такого вопроса. Вопрос, скажите, пожалуйста, что происходит 9 апреля? Сегодня 9 апреля? Сегодня 8 апреля. Ну, 9 апреля будет все нормально. Хорошо. 8 апреля. Мы завтра мотоцикл забираем. Алло! Кто там? Небесная канцелярия. Кто там? Пожалуйста, включите обратно весну. Печку, блядь. Весну и все, хватит уже. Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонится двора. Знаешь этот стих? Нет. Я тебе сейчас прочитаю. Так, ну, тем временем в ангаре разобрали, пацаны, мотор от Дукалиса. И вот, собственно говоря, поршенечек, который прошел на Дитоне 3000 километров. А, представляете себе, в каком он состоянии? Его просто сплавило, к чертовой матери. А во всем виноваты чуваки, которые взялись перебирать форсунки, которые не перебираются. Евро-5 форсунки, как выяснилось, нельзя перебирать. Это одноразовая вещь. Эти петушары знали, что это нельзя делать, ну или не знали, это не мои проблемы. Они их взялись перебирать, взяли за это 27 тысяч рублей. Вот. И, собственно говоря, мы когда запустили мотор, он сразу начал бетонить. Я просто сам виноват, не знал это. Но это не важно, я не должен был знать, я водитель. Я не знаю, как стучит детонация в дизеле. Дизель стучит и стучит. Вот. Поэтому сейчас будем, короче, собирать мотор, а с этими козлами судиться.